Движимое имущество – это причальная вот эта стенка или причал для швартовки, временный причал для швартовки судов. И судно, теплоход. До 2013 года у нас было и то, и другое в собственности Балаковского муниципального района. После передачи теплоходов в государственную собственность у нас остался вот этот причал, временное сооружение для швартовки судов, которое является движимым имуществом, осталось неиспользуемым. Но оно стоит на территории наших шлюз, на земельном участке шлюз, и в настоящее время там заключен государственный контракт по ремонту вот этой приканальной дамбы всей. И поэтому и в связи с этим у нас возник вопрос, что нам нужно с этой стенкой что-то решать, чтобы не дальше не нагружать бюджет, было принято решение включить его в прогнозный план приватизации, продать это движимое имущество. Кто будет приобретателем, неизвестно. У нас будет открытый аукцион. После объявления аукциона посмотрим, кто заявится.